Здорово, чуваки! Опять я с вами, опять я вам не читаю рэп, опять это видео не про торговлю. Я знаю, вы ждете видос про торговлю, скоро будут видосы про торговлю. Просто сейчас столько хуйни происходит в моей жизни, столько перемен всяких. И некогда мне вот сейчас сочинять это все. Но я вот стараюсь вам давать полезную информацию. Смотрите видео до конца, инфа вся полезная будет. Я вот пару дней назад, сегодня 20-е, 16-го. 16 числа они открыли этих роботов на IQ Option. Это можно самому создавать, можно там находить крутые роботы, которые приносят, например, доход в долгосрочной перспективе, и ставить вот этих роботов себе. Смотрите, я, конечно, поставил на демо-счет, хотел протестировать, что это за роботы. Понятно, что это все хрень собачья, эти роботы. Короче, смотрите, я поставил себе 4 робота. Я выбрал себе таких роботов, которые позволяют на мой баланс, потому что там все такие роботы, там на 20 кусков, блин, запас, на 20 тысяч зелени, там на 15, там на 30. И вот я такие нашел, где минимальная цена входит в мои 1000 баксов. Вот эти все роботы, там 500 долларов, 600, 1 900 был, 1 тысячу. И вот, вот этих всех роботов я поставил на торговлю. И вот, смотрите, за 4 дня торговли, за 4 дня у меня было здесь 1200 долларов, и теперь опять стало 1007. И вот здесь показан, какой робот сколько мне принес дохода. Этот 60, этот минус 39, минус 14, этот 0. Вот я открыл этого робота, который создал какой-то там хер этого робота. И вот увидел, какие он ставки ставит. 30 долларов, 100, 30, 100, 39. Но это еще более-менее. Открыл я вот этого робота. Этот вообще какой-то конченый. По 100 баксов валит. У меня 1000 долларов депозит, он по 100 долларов валит. Понимаете, своими деньгами вот так вот рисковать, доверять какому-то чужому роботу. Дальше. Good. Тут что-то ничего нету. И вот Боллинджер. Боллинджер это такой жесткий. Смотрите, по 100 баксов ставит, 183. Проиграл, затащил. Вот последние ставки он затащил. Итак. Какой вывод вот с этих вот роботов? Да не будут они вам ни хера, эти роботы, зарабатывать. Ну смысл IQ Option создавать? IQ Option будет все для вас создавать, чтобы вы только, блядь, проебывали здесь деньги. Потому что им невыгодно создавать такие роботы, которые будут забирать у IQ Option деньги. Они себе создают роботов, да, вы можете создать более-менее роботов, который торгует. Но он, ну может будет какой-то там плюс. Но вы будете всегда оставаться на уровне... лучше на уровне, чем, конечно, в минусе. Я, конечно, тестирую вот этих вот роботов еще пару дней. Может, они в долгосрочной перспективе что-то там мне принесут, какой-то доход. Но никто вам не даст вот так вот просто заработать. Вот, да, IQ Option создали роботов. Вы там посмотрели, выбрали. Вот, этот робот тупо приносит доход. Все, вы думаете, я вот подключу сейчас себе этого робота, внесу денежки и себе ничего не буду делать, они будут мне капать. Да не бывает такого, ребята. Никто здесь вам не даст заработать. Запомните, лучший способ зарабатывать, это самому здесь сидеть. Потому что вы все контролируете. Вы контролируете ситуацию. Ни один робот не принесет вам доход. Чем полезен робот? Тем, что у него нет эмоций. Вот это только вот одни. То ли что он ставит без эмоций, строго придерживается своей там стратегии, которая заложена в этого робота. Вот да. А человек, да, он нервничает и всякое такое. Но мое мнение, не принесут эти роботы нормального дохода. И да, я вот буду сейчас тестить, они чего-то здесь останавливаются. Я захожу, опять запускаю этих роботов. Я поставил сразу много роботов, чтобы вот, ну 4. Я там нашел только на мой баланс только 4 робота. Вот поставил 4, чтобы посмотреть, как эти роботы торгуют. Но вы можете свой создать. Но, блин, никто там серьезного дохода не даст вам здесь заработать. И, ну, вы думаете, сами понимаете. Ну, какой смысл IQ Option вот создавать? Да, все для людей делают. Забирайте у нас деньги, пожалуйста, крутые вот роботы. Так что своими деньгами я пока рисковать не хочу. Я еще не сильно вот здесь прохавал вот этих вот роботов в конструкторе, там как создавать, его же только открыли. Ну вот такое вот мнение. Так что думайте сами, ни в коем случае не заливайте сюда деньги, не ставьте на этого робота, не рискуйте. Протестируйте хотя бы, если хотите его тестировать, начинайте сейчас тестировать. У кого есть там IQ Option, кто еще с России, тестируйте. Ставьте вот демо-счет себе, можете разогнать себе демо-счет, например, на 5000 зелени.
Его же можно на постой обновлять. И себе тестируйте роботы. Если вы там протестили его неделю, не гоните. Протестите его хотя бы месяца два. Вам, блин, мой совет. 2 месяца. Если 2 месяца более-менее какая-то стабильная прибыль, тогда вы уже можете что-то подкорректировать. И то ставить себе какие-то там... чтобы не терять весь баланс, посмотреть, разобраться в этих роботах, поскольку они ставок ставят. Но мне вот радует, что эти роботы не ставят по Мартингейлу. Так бы сейчас у меня уже здесь было бы 0. Какой-то бы робот сейчас 3 сделки впаял бы в минус. У меня бы такой сейчас бы здесь баланс был. Приятно то, что эти роботы, да, вот ставят по одной ставке. Ну или вот этот вот. Ставит там по 30, по 40 долларов. Не знаю, откуда он берет эти вот 43, откуда он берет эти суммы. Ну, берет откуда. Там в настройках они его создали, не знаю. Вот такая вот херня, рассказала я вам про роботов. Скоро, я знаю, все ждут видосы про торговлю. Скоро буду торговать, все будет, ну, может и не скоро. Я не знаю, столько сейчас всякой хуйни происходит. Я вот записываю, вот запилил вот эти вот видео. Все вот видео запилил в один день, потому что много хотел вам всего рассказать. Короче, все будет впереди, все, что не делается, все к лучшему, соответственно, лучшее неизбежно. С вами был Рэпер Трейдер, всем пока.